Ну что, наконец-то я добрался до вот этих битышей. Снова купленные картинки. Приехали, все хорошо. Супра, я в шоке. Она может сейчас даже запуститься, потому что у нее вот она звуки издает. Она все это время имела питание. Ну, по крайней мере, с Минска. Смотрите, как удар пришелся. Здесь фара повреждена. Здесь, получается, сломала бачок омывающей жидкости. Скорее всего, просто крепление. Вот оно, крепление, которое сломано. Благо, у меня есть донор. Мы оттуда все возьмем. Дверь, смотрите, как разорвала. Естественно, стекло выбило. И, ну, вмятина на крыле присутствует, конечно же. Так, в целом, еще вот здесь получается залом. Но не так критично, как я думал. Сейчас запущу. Давайте я вам сейчас покажу, запустится она или нет. Попробую сильно не садиться. Все. Запустилась. Я давно не слышал стокового выхлопа. Кстати, почему? Здесь тоже дымит. Интересно, надо будет посмотреть, почему отсюда дым идет, а отсюда дым не идет. Хотя здесь, ну, тоже чувствуется, что что-то идет. Вот такая жарка, 22-й год. Кстати, можете ее купить, если вам хочется. Вот, все запчасти, доноры все есть. Поэтому ждем. Они на этой неделе должны приехать. Парень, что по состоянию резины? Я, кажется, думаю, что это ненормально. Сейчас с другой стороны посмотрим. А здесь все в порядке. Супра, супра. Кто же тебя так? Какой американец? Эх. Да, чуть-чуть поработать нужно будет, но не так критично. Вот разве что вот эту вот крылышку надо будет вытягивать чуть-чуть. Но в целом у меня на черной супре то же самое было, когда также в дверь бахнули, также зажало крыло. Ничего, все сделали, все хорошо. Как бы точно не тотал, ребята, точно. Потому что посмотрите под капотом, все как новое. Офигенно. Да, ребят, я просто не проснулся, тут же заслонка. Надо было кнопку нажать, чтобы дым шел с двух труб. Ладно, ничего страшного. Спасибо за оперативность.